Приветствую вас на канале. Сейчас будет очередной обзор, очередное знакомство с часами. Но в этот раз это часы будут не Боба Бёрд, не деревянные, не другие, не Энмексы деревянные, ну, в общем, вообще не деревянные часы, и даже часы не электронные, не умные часы. То есть часы будут самые обыкновенные, классические. Вот, самые обыкновенные классические, но внешний вид и дизайн у этих часов будет совсем необычный. Поэтому я их обозреваю, поэтому и хочу вам продемонстрировать, потому что часы действительно очень... Внешний вид у них, как на мой взгляд, крайне необычный, крайне интересен. Вот, первые часики, которые я хотел бы вам показать, достанем, выглядят следующим образом. Следующим образом они выглядят. Даже вот так показать. Как я надеюсь, вы можете видеть. Вот так. Ну, заодно и черный покажу. Тоже. Двух вариантах существует, как сказать, ну, на мой взгляд, часики скорее женские, чем мужские, но как бы каждому свое. В принципе, часы унисекс, дизайн такой имеют, что и для мужчин, и для женщин, но, так сказать, по своей диковинки, по своей изюминке, они, мне кажется, более женские. Почему? Да потому что здесь вот существует такая вот надпись Whatever I'm late anyway, что, собственно, переводится как неважно, я все равно опаздываю. Все равно опаздываю, и цифры циферблата разбросаны в кучу, точнее, все в кучу, все перемешаны внизу циферблата. То есть, ну, сам юмор, сама фишка в том, что, как бы, ну, да, женщины опаздывают, это им не возбраняется, и вот, на мой взгляд, это такая вот ирония, такая вот шутка на эту тему. Я вот такая вот настоящая женщина, что на моих часах неважно, где все цифры, я опаздываю в любом случае. Вот, вот такая изюминка. Часы как с белым ремешком, с черным ремешком, то есть опять же, у нас сугубо личный взгляд, женщина, девушка, девочка может выбрать себе вариант с белым ремешком либо с черным. Ну, в принципе, вот так. Ну, в основном часы самые обыкновенные. Внутрь я не залезал, не смотрел, от какой батареечки они там работают. Ну, думаю, это не составит труда в наше время поменять батарейку в часах, если она вдруг там сядет. Не вижу в этом никаких проблем. Вот. Ну, подводятся они также классическим. Ой. Ногти нужно иметь. Вот точно женские часы. Потому что нужно иметь ногти, чтобы сковырнуть. Вот, переводятся классическим способом. Перевели, засунули обратно. Все, идет. Вот. Еще один аргумент за то, что это все-таки женские часики. Вот, вот такие вот милые часы. В таком вот металлическом корм, всем блестящим. Рекомендую всем девушкам, женщинам, девочкам, всем представительницам прекрасного пола. Вот такие часики. И вторые часики, ну, это уже такой унисекс, и опять же, на мой взгляд, более мужские часы. Мужские часы. Почему? Не по дизайну, а по наполнению. По наполнению здесь тоже, как и на этих часах, цифры не совсем обычно расположены,
и выглядят. Я вас интригую, интригую. И количество этих цифр просто зашкаливает. То есть этих цифр не 12, как на стандартном циферблате, а намного-намного больше. Ну что, интересно? Ну давайте взглянем наконец. Вот такие часы. Да, тут, возможно, не так хорошо видно. Я постараюсь как можно лучше вам продемонстрировать. Вот в чем фишка. Фишка в том, что каждое деление на циферблате у нас представлено не просто цифрой, а эта цифра у нас результат какого-то определенного арифметического, математического решения. То есть сначала у нас ставится задача, и, соответственно, ответ на эту задачу и есть наша цифра на циферблате. Ну, к примеру, цифра 12. Здесь задача выглядит следующим образом. 6 умножить на 2. 12. Что-нибудь еще попроще давайте, чтобы я не оконфузился. Ну вот, например, этот корень из 4. 2. Вот тут единица тоже очень просто. Ну, в принципе, тут идет по нарастающей. 102413 минус 102412. Единица. Вот. Ну и вот такие вот в дальнейшем идут математические заключения. Я все вам называть не буду, чтобы какую-то интригу оставить для тех, кто заинтересуется в подобных часах, либо же на подарок какому-нибудь любителю математики. Вот. Ну, то есть, да, часы, вот они действительно позиционируются для, так сказать, ботана, ну, заучки, любителя математики. Я уже не знаю, как это еще больше показать. Вот. Ну, всех людей, которые, для тех людей, которые любят цифры, любят их считать и хотят получить часы необычные, как-то связанные со своим увлечением. Ну, я больше думаю, что это все-таки подарок, потому что вряд ли люди дарят себе необычные, покупают себе необычные часы. Обычно такие необычные предметы, аксессуары дарят их любимые или знакомые, вот, чтобы как-то подчеркнуть свое знание, свое видение об этом человеке. Поэтому рекомендую к не покупке, к покупке подарка. Ну, в принципе, точно так же, как и, наверное, эти часы тоже рекомендую как покупка подарка. Вот такие вот часики. Хочу их красиво поставить напоследок. Вот так. Кстати, тут еще такая вот красивая штукенция на ремешке. Белые посерединке, черные по бокам. Вот. Взгляните на них еще раз. А мне поставьте, пожалуйста, пальчик вверх. Ну, то есть лайк под видео. И если захотите, подпишитесь на мой канал. Да, я люблю обозревать часы. И, ну и часы не просто, а какие-нибудь необычные и интересные. Вот, спасибо за внимание. Пока.